Надеюсь, не насыпь антифризом на трассу. Че, Иш? Вот, стоит, бери. Че, еще покрутиться поедем? Да, чуть-чуть. Сейчас надо только это. Ну, я надеюсь, что не будет. Так нормально. Давайте 3000 пойдет. Давайте без рюкзачка, чтобы ничего не мешало. Так, запись идет. Давайте сначала маленькую проедем, пару кружочков загрузочных, потом перейдем на ту, которая побольше. Блин, как здесь клево, и байк такой послушный. Главное это, не наебнуться. Что, на взрослую? Подождем. Вон Ромарио проехал. Вот после Спарта. Не видно, но я просто, блядь, практически подбородком до земли достаю.
За мной КТМ шумит. У меня ультимативный джимханистский снаряд. 200 тысяч ты в игре. Называется. А еще его называют Хон Сиби 400. Нахуй я дуги ставил? Вы можете спросить. Как прогреть резину? На треке джимханистском. Блин, чувак, в альпине что-то медленно едет. Вадик всех выиграл. У него оборотики-то были подкручены, а у нас нет. Поэтому Вадик тогда зарешал на можайке, на площадочке. Слушайте, ну это вообще такой кайф. Это безудержное веселье, бля. Как мне нравится, блядь, джимка. С меня там, надеюсь, не льется антифризик. Очень бы не хотелось, блядь. Не то чтобы он скользкий, кто-то поскользнется. У меня просто его немного осталось. А денег мало. Все равно что-то, я не знаю, руки устают, конечно. Надо руль. Надо руль послабее держать. Устали, бля. Но, как говорится, глаза боятся, а руки крюки. Максимум эфорт. Погнали. Поэтому ему было прямо стрёмно, мне показалось, что я сейчас наебнусь. А мне же нельзя падать, меня запретили в сервисе падать. Говорят, дуги недоделанные, не падай пока. Ну, смотрите, я догоняю чувака. Меня кто-то догнал.
Надо было надевать коричневые штаны или желтые. Не знаю, я, блядь, так вцепляюсь в руль, наверное, со страха, блядь. Матерь Божья. Было, чем я запанулся. Блядь, сука. Как говорил Уилл Смит в своем отвратительном фильме, страха нет. Есть только наклон. Чё-то...